короче, я куда-то дошел. До какого-то тумана. Ничего себе. Это ты опять, какашка. Блин, зараза. Ну да, да. Ты злобный, я знаю. Так. Этот гад был у меня уже. Я примерно знаю, что с ним делать. Да ставь... Ай, что ты не ставишь-то? Идиотизм, поменял модификатор, он не заряженный. Понятно, все отлично. Давай быстрее, курица. Бля, а чё он такой жирный-то? Ой. Виноватый. Не чувствуешь. Блин, мне не передаться надо, твою мать. Кажется, у меня проблема. Я, кажется, вижу. Блин, да блин. Чё он такой жирный-то стал, а?
зараза. Повышает урон модификатора. А где у меня повышает основание нос? Не понял. Не, ну урон модификаторов-то мне вообще-то здесь не нужен. Чем здесь урон модификаторов? Собака. Урона, конечно, пипец. Ну блин. Ай, не зажало чуть-чуть. Не надо. Эх, жирный, твою мать. Ну я покойник опять. О май гад. Такое ощущение, что чем больше герой прокачан, тем враги сильнее становятся. Вот, хоть убейте. Тут тупо качаешься, чтобы качаться. И все. Это ничего вообще не дает. То есть абсолютно. Ты качаешься, враги становятся сильнее. Все. Больше профита вообще нет никакого. Что я делаю? Я не успеваю сбить эту хрень с одного заряда. С какого переляху не успеваю? Ясно. Походу вообще ничего не дает. Так успеваю. Yeah.
Да, блядь. Пиздец. Блять, кажется, да. Еще одна гематома, нахуй. Так, что мне тут не хватает? Длительность эффектов. Maybe. Да ну ёб твою мать, блядь. Что не босс по геморрой, нахуй. Ну реально. Я его уже убивал. Убивал я его на... приключения. Блять, не успел настакать. Что ты сдам мне, блять? Этот град с небес, это просто имба, он за секунду убивает просто. Там стоять вообще нельзя. Под крышей. Давай, блядь.
Ебать, как ты попал меня на бегу? Кабан. Меня покойник походу опять. Бля, я тупо не знаю. Это просто пиздец нахуй. Он ничего не успевает. Она. Сука. Блять, жирные, я не пал. Да, блин. Бля, тут еще и крысы. Не к добру это, не к добру то. Что у меня тут есть? Вот это. Собственно. Давай. Линда, рада. Блин. Чё меня дамажит-то?
ну я опять покойник, короче. Просто забей. В прошлый раз он был проще, потому что не знаю почему. Потому что я успевал убивать, во-первых. То есть дамага больше было. Или хп у него поменьше. А тут прям вообще не хватает. Мне некогда кувыркаться, чувак. Мне стак надо делать. Стак. Без стака я покойник. Ну, бля, пиздец. Счастливо попробовать. Блин, ну с этой пушкой у меня... А, попробуй сейчас. Да не, это говнина какая-то. Ну вот хорошо, а если у меня нет вот этой вуали черных слез, как мне его убивать? Если у меня тупо барьера нет защитного. Ну вот нету, не нашел. Что тогда делать? А он попадает по-любому. Если ты не перекатываешься и идешь, он попадает. То есть тут выстрел, перекат, все. Другого не дано. Как он так быстро преграду разрушил? Объясните мне. Блин, это просто пиздец. А как стрелять-то нахуй?
Они в этом DLC, мне кажется, перестарались с ХП у боссов. Ну, правда. Они не настолько интересные, чтобы на них столько травят. Блять, ты еще маш давай. Падла. И у меня сейчас патрон закончится. Отлично. Блять, он неуязвимый теперь. Но пиздить меня все равно будет. Понятно? Блин. Не успел, мне все, мид большая и толстая. Трында, походу. И нет. Нет, да. Подура. Подура. Ну, дура. Я в основном дура. Блин, надо бы, наверное, оставить этот. Урона не хватает, да. Не хватало. Сейчас вроде норм. Давай, давай, давай. Блять! Блять, еще и крысы. Да вы серьезно? Он что, и крыс призывает одновременно? Охренеть. Че, ребята, совсем траванулись, бля. С перепою. Хотя бы шарик стоит на месте. Yeah.
Блять, ну ты не машь только, пожалуйста. Ну пиздец. Нормально. Ага. Бля. Ну я же все делаю, вот все делаю правильно. Но они меня заставляют перекатываться, понимаешь? Они меня перекатываться заставляют, бегать. Я все делаю, вот ни одной ошибки не сделал сейчас, правда. Бля. Да забей. А, тут град-то только где тучи, что ли, ходят? Я понял. Фу, блядь. Меня поначалу сильно град напрягал.
Блять. Личная новость. Блять, ну чё опять? А кто меня убил? О май гад. Так, куда я? Броня тут, наверное, не поможет нифига. Тяжелый. Тут бегать особо-то не надо вообще-то. Чуть-чуть только. Блин. Ладно, надо пойти затариться. Хламом всяким. Я еще подумал, зря я выбрал высокий уровень на но DLC новое, неизвестное, я не прокачанный. Нахрена я выбрал высокую сложность, долбоеб. Так, давай мне вот этого и вот этого вот штук. Удачного пути. Надо было не выпендриваться, поставить обычную сложность и спокойно бродить по просторам. Нафига я вот это вот все начал? Тут в некоторых местах сначала легко было, ну прям изи. Потом начался вот этот геморрой. С двойным боссом у меня был геморрой. Потом то, что на Ютубе лежит, это, наверное, третья часть только того, что я... Третья часть траев, короче. Блять. Ну почему ты замерзла? Ты же была под защитой этого говенного экстракта. Может быть, надо против часовой стрелки бегать? Вот я что поищу подумал. Выкидыш недоделанный. Что еще я могу сделать? Повышает урон от модификаторов оружия. Может быть, кровотечение. Арбалет наносит кровотечение, интересно, или нет? Вообще должен. Но куда нахер такой жирный-то, а? У него, походу, нет кровотечения. Ему насрать. Допустим, я побегу сюда. Так, тут полечусь. Так, и побегу. А, побегу. Все. Там затык. Ау.
Поехали. Все, я покойник. Ну да. Наверное, шансов не оставляю просто. Так, вытечения, значит, нет, да? Ну ладно. Пусть модификатор хоть стоял. Ну где критические-то, алё? Блять, одного крита нет. Сука, попал. Блин, зараза. Давай, давай, стакай быстрее, блядь. Ну вот как это? Вот как? Что это? За что это мне все? Bailing, 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 bailing. Hey, he's going on a creep of Да, блин, где критический урон, алло? Да перезаряжайся ты. Бля, не попал. Один раз промазал, и все. И не успел настакать. Один раз промазал, и не успел настакать. Успел бы настакать, выжил бы. Такое говно. Тут что зависит от того, будет критический урон или нет. Блять. Сука. Сдохни, тварь.
нахуй, ебаный. Опять покойник, походу. Блять. Почему прицел пропадает во время перезарядки? Объясните мне. Пиздец мне. Прицел пропадает во время перезарядки, понимаешь? Да блядь. Хотя сейчас вот вроде не пропадает, он просто туманный такой, не видно нифига. Ну где критический урон, блин? Бля, это просто пиздец. Он еще и мажет. Блять, крысы еще и эти, сука. Я не понял. Блин, нет, нет, нет. Вообще не дают шансов. Ну реально не дают. Блять, ну я же прыгнул. Холодно, хуёлодно. Пей давай быстрее свои пилюли долбаные. Блять. Сейчас я не успел настакать. И покойник.
блин. Давай, настакай, блядь, ну как ты мажешь-то? Надо сваливать отсюда, наверное. Да чё? Ну все, патронов нет, без патронов я там ничего не сделаю. Короче, броню немножко, да, прокачал еще 9 уровней. Но это мне не поможет. Сука, тебе его сбить можно, оказывается. Ладно. Блин. Давай, девочка. Блин, да как? Ну как? Откуда столько урона-то прилетело? Только что весь был живой целиком.
Не-н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 е. Блин, лечись. А, вот так вот, да? Ладно. Блять, да как? Блин, не успел. Блин, да-да-да. Блин, а может по нему стрелять лучше? Сука. Сдохни, да? Блять, я не то сделал. Ну ладно. Ну как-то так. Не хватает места. Из-за него все дали всего лишь мерцающий осколок, да? Отлично. Ну потому что остальное я уже выйду. Наверное. Рюкзак забит. Зараза. Ну, не помещается. Я говорю, этот уровень сложности для меня, наверное, критичный. На кошмаре я вообще не смогу. На апокалипсисе тем более. Сколько троев было? Ну, штук 20, наверное. Я не считал. Но где-то так. Так, а, это вот меня с другой стороны двери высадило, я так понимаю, да? Ну да. Тут фризы начались, понятно. Она идет, она плачет, вечно ища единство, вечно ожидая избранного. Крал отправил меня обратно в кругу вен, откуда начался мой. Пусть Сильдер кажется, что она ходит кругами, но Крал не станет забивать меня с пути. Крал говорит, что по кругу бродит дух Лала, ищет своего сына, плачущий, ведь нет истинного хакуна, который видит. Нет истинного хакуна. Дальше я читать просто не буду. То воробьем обзовут, то хакуном. Ладно, я серию на этом заканчиваю. Давай, пока.